Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим грудинку. Грудинку будем запекать. Запекать очень быстрым способом. Вашего участия буквально 10 минут. Ну и, конечно, нужно дать время для приготовления. Я буду делать в мультиварке. Вы можете воспользоваться духовым шкафом. В общем, кому как удобно. Оставайтесь со мной и посмотрите, как готовится это мяско. Продукты, которые нам потребуются, оставляю на экране внизу под видео в описании. Как всегда, помните, что я не даю вам точных рецептов, а лишь делюсь идеями приготовления вкусной домашней еды. Итак, у меня кусочек грудинки весом где-то около 700 граммов. Значит, добавляю специи, те, которые вы любите добавлять. У меня сушеный чеснок. Вот прям поверху сыплю, даже не буду ничего не втирать. Что называется, максимально чистые руки оставим. Так, соль. Берите по вкусу, я беру, ну, наверное, где-то около 2 чайных ложек. Не бойтесь, оно не будет соленое, оно возьмет, мяско в себя возьмет столько соли, сколько нужно. Ну, вот, 2 чайные ложки. Значит, часть соли я насыпаю на мясо и часть соли насыпаю прямо на фольгу. И далее специи. У меня смесь. Здесь специи для плова, здесь специи для картофеля. Я покупаю специи и просто их в одну банку, что называется, ссыпаю. Может быть, это и неправильно, но нам так больше нравится, нам вкусно. Значит, специи тоже берете по вкусу. Все, все приготовления закончены. Заворачиваем кусочек мяса в фольгу. Фольгу берите двойную или тройную, чтобы она не протекала. Посмотрите, когда заворачиваете, постарайтесь максимально распределить соль по всему кусочку мяска. Совсем небольшое отверстие оставляю. И я буду запекать в мультиварке. Значит, в мультиварке режим выпечка 1,5 часа. Если вы будете делать в духовке, значит, 180 градусов, около часа. Потом проверяйте, все зависит от толщины кусочка. Если нож хорошо проходит, значит, мяско готово. Что же, 1,5 часа запекалась грудинка. Вот так она выглядит. Только-только достала я ее из мультиварки. Значит, что делаем сейчас? Заворачиваем в эту же фольгу, в пакет и остужаем. Но ее можно подавать и в горячем виде. Если в горячем виде, значит, разрезаете порционно и подаете. Так как я готовлю как холодную закуску, я ее сейчас заверну. Здесь, посмотрите, очень-очень много сока. Поэтому я заворачиваю в пакет и остужаю. Через часов 5-6 разрежу и покажу, какая она получилась. Что же, остыла грудинка. В моем случае прошло около 8 часов, готовила я ее с утра и вот сейчас вечером буду подавать к столу. Подаю ее с овощами, также можно подать с любым соусом, с кетчупом, либо с горчицей, с хреном. В общем, блюдо универсальное и очень-очень вкусное. Мясо получается очень-очень сочное и очень-очень мягкое. У меня уже есть на канале рецепт приготовления грудинки, это еще один. Можете посмотреть предыдущие. Кто еще не подписан, подпишитесь на мой канал. Я желаю вам приятного аппетита. На этой вкусной ноте с вами прощаюсь. Заходите, подписывайтесь, знакомьтесь с моими рецептами.